Благотворительная акция «Подари Новый год детям Украины» стартовала в Сочи в конце ноября. Откликнулись все школы города и некоторые вузы. Школьники и студенты приносили в Красный Крест заботливо упакованные подарки, завернутые в яркую бумагу и украшенные лентами. Дети помладше для своих сверстников из Украины своими руками сделали праздничные открытки с пожеланиями счастливого Нового года. Не остались в стороне и сочинские депутаты. В подарок от народных избранников – полтонны мандаринов. Сочинцы приносят в Красный Крест в помощь украинцам сладости, теплые вещи, игрушки, но по-прежнему есть потребность в предметах первой необходимости. Нуждаются в медикаментах, лекарственных препаратах, нуждаются в перевязочном материале. Вот если у кого есть желание, могут на наш расчетный счет перечислить денежные средства, и мы будем закупать эти лекарственные препараты. Памперсы, детский порошок, детский крем самый обыкновенный, детское питание. Вот все, что это можно, вот, пожалуйста, мы будем рады принять у себя в отделение Красного Креста. Сочинцы оказались так активны, что акцию даже решили продлить до 20 декабря. Из Сочи детям из Луганской и Донецкой областей Украины планируют отправить около 2 тонн гуманитарного груза. Подарки до своих адресатов должны дойти до 31 декабря. Добавлю, что начиная с 1 июня Красный Крест практически полностью работает на оказание помощи Украине. За это время, если перевести в денежный эквивалент, в соседней стране сочинцы оказали помощь на сумму более 5 миллионов рублей. Поддержку получили более 3000 украинцев.